перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Такие дела. Сейчас скоро поедем, кстати, коллегу в гости. 7 мая едем. Вот, поснимаем тоже видосики, позанимаемся. Да, пацаны, спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо. Классный бой. Да-да-да. Сергей Щербаков, братанчик наш. Здорово, брат. Вот, с победой. Давайте, пацаны, задавайте вопросы. Следующий бой, не знаю, посмотрим. Может, проведу вообще летом бой себе сделаю. Посмотрим. Так что так, пацаны. Партер вышка. Так что такие дела. Респект за бой. Спасибо, пацаны. Приятно вообще, что вы болели. У вас так много. Там вообще за день 20 тысяч подписчиков подписалось на Инстаграм. Прикольно, что вы смотрите и наблюдаете. Да, Серега, я сейчас в гостинице отдыхаю. Сейчас пойду позанимаюсь немножко. Вот. Так что такие дела. Такие дела. Давайте вопрос, пацаны, скоро сядет телефон. Кто там, что, сколько вешать в граммах? Что с глазом? Нормально у меня все с глазом? Я одноглазый, пацаны. Мне нравится мой глаз. Да у меня один прием на всю жизнь. Плана Б нет у меня, пацаны. Либо выигрывать им, либо никак. Да, в фоне нормальный наш чувак. Я не знаю, его многие не любят, кстати. Но... Вот такие дела. То есть вот так. Отрывка тренинг, если будет желание, я, может, завтра сделаю тренировку, пацаны. Вот, так, кстати, если ты будешь сейчас написывать 100 раз, нахуй тебя скрою, блядь, и все. Я тебя, блядь, сразу скрою, заебал, блядь. Напишите Аразову, хуеплёту, что он уёбок. Уёбок. Вот такие дела. Сын скоро может сесть, но если телефон сядет, я обязательно еще выйду в эфир, подзаряжусь и выйду. Так что осталось. Вот. В ЕКБ в зал приеду, как только, как сразу. Коллегу поеду, мы едем 7 мая, коллегу. Вот. Не общался с Игорем Войтенко. Это качки, они все уёбистые, крутые. Вообще, блогеры все уёбистые, крутые. Хуеплёты многие. Ну, что мне с ними общаться. И Диме Кузнецову напишите, что он уёбок. На, я его тоже скрыл, нахуй. Так что так, пацаны. Кто будет писать говно, того будем скрывать, пацаны, правильно? Согласны? Все для пацанов, чтобы они вам не за эфир не портили. Хочу с пацанами пообщаться, эти суки портят эфиром. Че у Вайтенга? Не знаю, что с Вайтенга. Я с ним не общаюсь, я не знаю, что с ним. Хочет, если он проявит свои силы в настоящем мужском виде спорта, то мы всегда за вот эти, блядь, подтягивания, там, отжимания. Но я не вижу в этом никакого смысла. Так, для оздоровления, не более. За бой я получил 500 тысяч рублей. Ну, что там ушло на подготовку, все, всем раздать. И ничего не осталось, пацаны, 2% осталось. Бей точно по айбалу. Ну, слава богу, многие хотели увидеть мой 3-раундовый бой, как я буду рубиться. Вот, ну, я сказал, что я не хочу этого делать. Я хочу выиграть. Тактика очень важна, на самом деле. Так что так. Вольная борьба, но очень хороший вид спорта. Да не, ну что это хейтеры? Вчерашний хейтер, сегодняшний фанат, пацаны. Так что это нормально. Спасибо всем, пацаны. Всем вообще спасибо, кто болел, кто смотрел, кто не смотрел. Приходите в мой YouTube-канал. Смотрите, там есть полная версия боев. Вот, все есть. Знаете, мне даже с вами вот с такой поддержкой захотелось еще выступать, если честно. Вот. Так что такие дела. Будьте охуенно поддерживать. Буду радовать вас чаще. Еще боев 10 проведу, если будет такая офигенная поддержка. Так что так, пацаны. Коллегу едем 7 мая в гости. Так что так. Так, ну что, пацаны, на меня, кстати, не лагает, нормально все. Всех люблю, кстати, пацаны, вас люблю, вы красавчики. Я вообще рад, что вы смотрите меня.
то смотришь, блядь, не пойми кого там, не пойми, что делаю. Вот. Раз вот этого дебила надо сначала пить, что ёба, потом, говорит, ну, дерёшься, заебись. Иди нахуй, блядь, клоун, блядь. Все удалили тулдауна. Что так, пацаны? Ну чё, я удалю секрет чат в Телеграме. Жек, кстати, тоже нормальный пацан, ноги его обсирают, не знаю. А знаете, в России какой-то, блядь, какие-то долбоебы, реально. Успешных людей берут, обсирают, говорят, говно, говно. Мне там пишут, фу, Гордей, говнюк. Фу, там, блядь, Афоня, гондон. Фу, там, Солонин, блядь, пидор. Я говорю, конечно, пацаны добились чего-то в жизни. Там кто-то профессиональный боец, кто-то у кого-то канал, там, да, там, кто-то популярный. А эти придурки пишут, что они дал. Ну, конечно, они же круче у себя сидят перед телевизором. Что так, пацаны? Сейчас все сядет. Я хочу с вами общаться. Какого хуя, блядь? Где мой оператор? Пес, я ему сказал принести зарядку, пидорасу. Вот. Сколько бы тут? 5 недель, пацаны, готовился. Тяжело, на самом деле, было. Очень тяжело. Вот. Так что, так, такие дела. Вот. Вот, Джон Траволта, мой брат, благой благо, кто не знает, вот он, я его закреплю сейчас. Самый крутой рэпер России, блядь. Подписывайтесь на него, его закрепил. Наш пацан. Я уверен, пацаны, еще вот этот пацан благой, нахуй, он такого вам сделает, вы все охраните. Ну, если вы, конечно, в музыке разбираетесь, хотя Россия странная страна. Таланты сама закапывает. Не дает пацанам развиваться. О, зарядка, пацаны, зарядка, срочно. Срочно, пацаны, зарядка. Сейчас я пойду. 4 минуты у меня стран 30 видео, поставлю его заливать. Давай, быстрее, блядь, быстрее, пацаны. Включай зарядку, нахуй. Блядь, псина ебаная, я сказал ему принести, блядь. Идет еле-еле, нахуй. Ты с кем там? С пацанами, с кем? Мне мой фиш, что ли, видишь? Да, дверь закрыл. Пацанам это привет, передавай. Отца привет вам, пацаны. Сейчас я открою, блядь. Кстати, отдыхаю в Москве, Азимут, Олимпик отель. Вот, короче, я закрепил вот комментарий благого Джона Траволта. Подпишитесь на него, наш пацан. Кто подпишется, тому вообще, блядь, респект и уважение от меня, пацаны. Так, мы в топе эфиров, понимаете? Вот, так что давайте, накидывайте вопросы, накидывайте. С победой. Спасибо, пацаны. Олега, ну, видишь, его пока нет здесь. Я бы его позвал, Олега, в трансу. Его пока нет. Сейчас посмотрим. И нету Олега, не смотрит нас. Сейчас, секунду, пацаны, блядь, телефон. Олечек, привет. Так что да. Нет, это другой пацан. Этот пацан все монтирует. Благое, как дела-то? Напиши, братан. Ты вообще с нами, нет? Как у тебя дела? Да нет, у меня никаких конфликтов ни с кем никогда нет. Почему никаких? Конфликт ищите. Бля, Александр, ты заебал, блядь, на, тебя тоже скрываю. Че, пацаны, пишите еще, задавайте вопросы. По планам на ближайшее будущее, сейчас ходить позаниматься, пожрать, вот, отснять Марата Балаева. До 6 мая в Москве, вот, 7 мая мы летим в Барселону, ну и там будет такой, ну, много дел, короче. Я думаю, недели на две. Все, 2-3 недели это все займет. Москва, Барселона. Так что так, пацаны. Такие дела. Бабой красава на районе там, да? Братан, я до 6 в Москве я видел. Я с удовольствием пришел бы. Так бы вообще офигенно видел. Глазу пизда, пацаны. Все из-за вас. Вы его прокляли. Так, пацанчики. Как бой? Бой я выиграл, кто не видел, смотрите. Смотрите у меня в этом. Все. Какие стероиды, господи. Если бы я и так расту, как этот, на дрожжах. Если бы ты блял бы стероиды, я вообще бы, блядь, был как этот. Монстром. Благому не надо никуда лететь. Благому надо альбом делать. Благой батя, нахуй, сделает альбом. Я на где-то. Федор бой вообще жестко. Валидольно, пацаны. Тяжело. Так что такие дела. Так, что там, бес, иди нахуй, тоже долбоеб. И что за дауны, которые на меня подписаны, пишут мне дерьмо всякое. Я вообще не понимаю, если честно.
Вот. Зачем они это делают? Пацаны, все зависит от вас. Если вы будете меня поддерживать, смотреть и так далее, то я еще сделаю обязательно бои. Если будет для кого делать. Мне понравилась ваша поддержка. Да, собака жесть. Какие эмоции? Нормальные? Ощущения при драке, после драки. Все нормально, пацаны. Главным... Так, кто-то нас смотрит, кто-то слушает. Нас кто-то слушает в гостинице рядом. Я слышал. Только не понял, кто. Так. Руби кизяку. Нет у меня музыки, пацаны. Да, у меня Мерс Е43. Марата, да, сейчас будем все снимать целый день. Да, что там Афоня? Да, чего? По звуку получил дилей и все. А что ты не заходишь, придурок? Ты ж пошел рендерить. Кретин. Ай, господи. Как он, кстати, видосы мой оператор делает? Нормально, качественно поднял. Качество поднял. Так что так, пацаны. Да, да, со мной фит, братан. Йоу-йоу-йоу. Валентин Фокин, где? Не знаю, где-то козел, даже меня не поздравил, кстати, с победой. Надо будет ему предъявить за это. Как думаете, правильно я сделал? Псина, блядь. Псина. Короче, на благого все подписались. Вон Джон Траволта прикреплен на меня. Пишитесь на моего брата. Лютого гангстера. Настоящего рэпера, нигера. Кто делает настоящий хип-хоп. Так что так, пацаны. Когда бой следующий? Не сильно только. Пацаны, пишите, задавайте вопросы. Че вы? Пообщайтесь. Пока есть такая возможность. Сейчас пойду уже в зал через минут 10. Удар, да похуй на удар. Ты видишь, мне не нужно бить, чтобы бой выиграть. То есть, пацаны, это... Зачем мне бить, чтобы выиграть бой? Я без удара, я без одного удара выиграл. Так что такие дела, пацаны. Как играть Зенит? Я не смотрю русский футбол, это пиздец. У меня пацаны занимаются прогнозами, которые говорят, Тарасов Бет, они говорят, что русский футбол, это пиздец. Лучше на него не ставить. Так что, кстати, пацаны, подписывайтесь на Тарасов Бет, там пацаны дают реально хорошие прогнозы. И он 3000 поставил, 40 выиграл. У меня тоже знакомые также поставили, выиграли. Бывает, конечно, бывает и проигрывает иногда. Вот, но это же ставки. Выиграть можно. Кто не рискует, как говорится, тот не бьет шампанское, пацаны. Гамора наш пацан, зачем с ним драться? Нормальный парень. Я общаюсь с ними. Вот, у Никиты Солонина бой 20 какого-то мая, короче. Киану Ривз, здорово. Вот. Так что такие дела. Такие дела, пацаны. Да, бля, в игру влетать, не знаю, посмотрим, пацаны. Хочется, конечно, надо драться, а с другой стороны, блядь, столько работы, столько всего. Да, Марат со мной в гостинице здесь, где-то рядом. Глаз, пацаны, глаз, пизда. Мой любимый злой хип-хоп, бэби. Бэби, только хип-хоп. Так что так, другим трансом. Благой. Где-то на районе там сейчас, наверное, убитый. Убитый пытом. Так, пацаны. Давайте еще. Алейкум салам всем. Говорите, что как? Что нас так мало? Артем Шаров, торжки, красавцы, здорово, братва. Поддержали. Мне тут это... Оператор мой сказал, что я еще не выиграл, а вы уже выложили фото и написали, что я выиграл. Сука. Бля, вот вы кадры. Так что так, пацаны. Нахожусь в Москве, в гостинице «Азимут». Вот сейчас пойдем позанимаемся. Да, привести себя в форму. Скоро же в Барселону едем. Кейстонер, да я не знаю, нормально вроде как. Иногда там бывает, плачется. Тачки говорили. Ну, тачки, кстати, наши пацаны, тоже подпишитесь. Тачки от жизни. Тачки of life. Хорошо так.
Короче, пацаны, хоть ты боксер, хоть каратист, как я вам всегда говорил, но для борца ты лишь артист. Мон. Можно точно заламывать руку теперь. Даже так. Хотите, бабла мне киньте. Поддержите баблишкам, у кого бабла много, поддержите. А то пришлось гостиницу самому, блядь, снять 4,5 рубля, сука. Да, когда бой, пацаны, как только, так сразу. Больше пишите об этом, и он точно будет. Такие дела. Я создал секрет-чат в Телеграме. Трассов бет, ну, там ребята, каперы. Вот. Такие дела. Туда пишите, там вам все ответят. Все будет нормально. 1xbet, да, сука, 1xbet, что-то контракт снижает. Посмотрим. Да я не знаю, я вообще не выбирал соперников. Да, я из Питера, Саша, в Москве. Вот. Да нормально, пацаны, побеждают, конечно. Бывает, конечно, проигрыши в Тарасов бет. Вот, ну, в основном выигрыши. Вот, это ставки надо понимать, что это, блядь, не надо последние бабки туда ставить. Школьник придет в июне, и все, и начнем мы трип. Школьник будет везде, нахуй. Везде будет. Вот, бой с собакой. Я не знаю. Если честно, я не знаю собаку. Это Яков там ими занимается. Может, он организует турнир на выставке SM Pro Expo. В ноябре будет выставка здоровая. Может, там будет что-то. Посмотрим. Такие дела. Хабиб или Макгрегор? Ну, конечно, Хабиб. Что за вопрос странный? Хабиб наш пацан. Мне нравится его бои, всегда поддерживаю Хабиба. Всегда за него. Тоже такие дела. Да, в Леди Спорте будем заниматься чуть. Ну, приходите ко мне на тренировки Fight Pro, кстати. Вот. Так, заебал слепой, я его нахуй удаляю. Ну. Так что так дела. Пацанчики. Всем привет, братва. С кем не здоровались? Школьник, да, тот самый. Школьник у него в Африке. Школьник за Маратом, да, конечно, малеем. Вот, ну, Юсуфу отношу тоже очень уважительно. Очень крутой боец. Бля, кто пришел с других городов, вообще вам отдельный респект. То, что вы не сделали со мной фото, бля. Я не знаю, где вы были, потому что я со всеми фоткался. Там все со мной была целая очередь. Вот. Конор, пизда. Как тебе это? Да нормально это? Артем Шаров. Да, вот очень скоро сердце откажет. Ты говоришь, ты вообще Тихомиров, блядь. Надеюсь, у дочи все будет нормально. Да, бой как-то подрался неудачно. Так, пацаны, ну что там? Да не боялся боя, я был сконцентрирован, настроен. Я всегда настраиваюсь, я ухожу в себя, в принципе. Вот. Это, знаешь, такие там говорят, что боялся. Ну, нихуя не боялся. Я всегда переживаю, нервничаю, ухожу в себя, и все. Ну, то есть, все, что бояться-то? Кстати, пацаны, если вы хотите открыть клуб Fight Bros в своем городе, открывайте легко. Если вы хотите получить видеоотзыв, кстати, либо какое-то видео, прикол для своих друзей, пишите мне в директ, стоимость 2000, отправлю вам видеоотзыв. Надо же как-то бабок заработать немножко. Зато мне поможете немножко. Так что вот, пацаны. Хэллоу, братва. Йо-йо, братва. Так. Ну что, пацаны, давайте, еще будут какие-то вопросы? Да, в Екатеринбурге вроде как нормально, заебись, там они уже на соревнованиях выступают и так далее. Так что смотрите, слушайте. Романов застился на канале, красава, красава. Видишь, не зря съездил. Как вам, пацаны, идея с видеоприглашением, с видеообращением для вас за 2 косаря? Или за косарь вам сделать? Каждому запишу на 15 секунд за косарь. Для пацанов. Все для пацанов. Пишите в директ. На фоне, да, пизданул. Вот. Так что такие, друзья. Так. Зал в Челябинске. Пацаны, с удовольствием откроем. Давайте бабки мы все откроем.
вот, торчков. Торчки от жизни. Наши пацаны, кстати, тоже. Как сделать деньги, пацаны? Легко. Легко сделать. Так, так, нас 230 человек. Так, буржуи. Знаешь, не считайте чужие бабки, пацаны. Не считайте чужие бабки. Медведкова скоро, возможно. Вот, я рад. Да, ставлю, конечно. Выигрываю. Вот. Ну, нет, я без этого. Без фанатизма ставлю, пацаны. Естественно, я в Барсу поеду не просто так. Мы поснимаем Олега и так далее. Мой любимый рэпер Благой Блага. Данечка, блядь, ебаный урод. Не будь таким тупым. Спасибо, кто присоединился. Эвник, ты на живо снимешь отзыв о нем? Что это такое? А, Эвник, так я же это, снимал уже. Вот, прикольная тема. Вот, прикольная тема, Эвник. Так что так. Олег мой второй любимый рэпер после Благого. Так что так, пацаны. Кто там? Все, ладненько, пацаны, я с вами прощаюсь. Вот, я всех обнял. Пишите мне в директ. Видео приглашение за косарь, точнее, видео обращение. Сейчас вам сделаю за косарь. Всем красиво после победы за косарик. Все, пацаны, всех обнял, всех люблю. Пишите в директ.